Друзья, доброго вам здравия! С вами Майтрей, наше очередное видео от Академии Счастья. Сегодня говорим о том, что такое Бог и как сделать так, чтобы вы сами смогли почувствовать, что же это такое. На самом деле, в разных областях науки и в религиозных обществах есть свои понимания. В религиозных системах это обычно что-то запредельное, то, что мы не видим, не чувствуем, и то, что руководит нами. Если брать квантовую физику, то Бог может быть создателем матрицы, то есть тот, кто создал здесь все вокруг и управляет этим. Также мы можем посмотреть на жизненное определение Бога как что-то высшее, запредельное, то, что руководит и подсказывает нам. И душа – это частичка Бога. И чтобы познать душу, познать, кто вы есть на самом деле, необходимо сделать так, чтобы вы прочувствовали это. И сделать это можно в сессиях. Сессии представляют собой общение. С помощью вопросов я помогаю вам найти то, что у вас спрятано внутри, отыскать это и соединиться с душой. Не только с душой, но и с Божественным, с Богом, таким, каким вы его себе представляете. Поэтому, если это для вас та идея, которая верна, и вы хотите действительно узнать, что такое Бог, то напишите мне в личные сообщения, и мы сделаем вместе с вами первую сессию. Всего вам доброго, друзья, гармонии и счастья.